Дети. Прекрасная модель для изучения некоторых психологических закономерностей. Ну-ка, послушаем. Слышите, сверчка? Да. Он будет проверять, как вы все поняли и запомнили. Олег, какого цвета пирамидки? Обе-белые. Обе-белые. Андрюша, какого цвета пирамидки? Обе-белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе-белые. Действительно, обе-белые. А когда я поставлю две пирамидки, белую и черную, что ты скажешь? Обе-белые. А ты? Обе-белые. Ты? Обе-белые. Прекрасно, все помните. Значит, мы можем с вами проводить эксперимент, да? Вовочка, иди к нам. Иди сюда, вот здесь садись. Олежка, какого цвета пирамидки? Обе-белого. Андрюшенька? Обе-белого. Оленька? Обе-белого. Вовочка, посмотри, какого цвета пирамидки? Она черная, она белая. Молодец. Черный и белый. Умница, детонька. Черная и серая. Ну, тут и черная. Черная и белая. Молодец, Рома. Многие наши поступки объективно объясняются внушением. Хотя мы этого и не замечаем. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Скажи, детка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Молодцы, ребятки. Олежка, посмотри внимательно. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри, какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки? Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Обе белые. Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему же ты сказала, что она белая? Почему, детка? Почему? Не знаю. Не знаешь? Ты белая, это другая черная. А ты сказала, что они обе белые. Почему ты так сказала? Потому вот тоже они сказали белые. Дети сказали. И ты за ними повторила, да? А почему ты за ними повторила, когда ты знаешь, что это белое, а это черное? Я хотела. Что ты хотела? Повторить. Почему? Потому что они сказали так. Продолжим эксперимент. Каша, сахар, соль. Предложим эту кашу детям. Дайте Ивану, пожалуйста. Ну-ка, что нам сейчас тут дадут? Какое блюдо каши замечательное. Сейчас вы должны отведать кашки и сказать, хорошо ли она приготовлена. Сладкая ли каша? Да. Первый дадим Танечке. Танечка попробует и скажет, какая у нее каша. Сладкая. Ну-ка. А Валик попробует каши. Какая каша? Каша во. Каша во. Так, а Вова что нам скажет? Какая у него каша? Сладкая. Сладкая каша. Так, я говорю. Так, ну-ка, Вика. Какая каша? Сладкая. Сладкая. Итак, всем сладкую. Попробуем. Последнему соленую. Сначала попробуй как следует. Какая каша у тебя? Соленая. Соленая? Такое поведение называют независимым. Стремление к самостоятельности, ориентировка на собственные впечатления. Нам кажется это естественным. Но вот когда мнение окружающих оказывается намного важнее личных ощущений, к
Когда добровольно отказываются от собственного мнения, такое поведение называют внушенным, иногда конформным. Внимание, каша соленая. Алена попробует кашу и скажет нам, какая каша. Попробуй как следует кашу, как следует. Нравится каша? Сладкая каша? Хочешь еще каши? Почему? Потому что соленая. А что, зачем же ты сказала, что она сладкая? Сладкая. Сладкая каша. Валик сейчас попробует и скажет нам, что за каша у него. Сладкая. Сладкая каша. Сережа. Ну-ка, Сережа. Сладкая. А теперь Милочка осталась. Какая, Милочка, каша? Сладкая. Ну-ка, давай еще, Мила, попробуй. Что за каша? Хочешь еще каши попробовать? Но это сладкая? Милочка, какая каша? Очень сладкая. Хочешь да. еще кашу? Для всех нас Почему? Очень важно мнение Почему? Других. Такой каши еще не хочешь, а почему? Потрясающий ты ребенок, Милочка. И не будем обвинять наших малышей в соглашательстве. Быть таким, как все, для ребенка очень нужно. Ведь в детском возрасте, прежде всего через игру, подражание, идет активный процесс становления человека. Процесс усвоения норм и правил, выработанных обществом. Процесс социализации ребенка.